Иногда бывают новости необычные, как сценарии кинофильма. Вот 28 ноября 2019 года в колонии под Киевом забыли отпустить осужденного, который уже отбыл срок свой. И прокуратура расследует действия администрации Бориспольской исправительной колонии в Киевской области, которая удерживала осужденного, отбывшего назначенный судом срок наказания. Источник новости — прокуратура Киевской области. Его должны были выпустить на свободу 9 ноября, а еще только 27 ноября его выпустили. 19 дней он отсидел лишних. Но что потом может быть? Он подаст в суд за возмещение ущерба. Если Украина даст мало нашей суды компенсации, он обратится в Европейский суд, а там дадут, может, 50 тысяч евро, 100 тысяч евро компенсации из государственного бюджета. Как правило, чиновники, кто виноват в таких нарушениях, бюджету ничего не компенсируют, и все. Но так, конечно, это очень такой случай, и что все знали, руководство знало, и ответственные лица знали, что он сидит лишнее. Но тут непонятно. Может, это все было так продумано, что потом компенсацию поделить. Вот так вот бывает в обычной жизни такие новости. И тут новость за несколько часов набрала 13,5 тысяч просмотров. Ну так что надо соблюдать закон, потому что все хотят жить в нормальных условиях. Если один нарушает, кто-то страдает. Но людей потом исправляют в колониях. Хотя не всегда это получается.